Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды мы с тобой забираем. Так, задание. Пройти серию... Давай начнем. Начнем сразу же проходить серию испытаний и все, что у нас там есть. Так, поехали. Быстренько тут с тобой затащим. Попробуем сегодня прокачать карайки еще что-нибудь. Так, раз, два. Зэк упал. Да иди ты со своей палкой отсюда. На самом деле это не палка, вроде как меч у него, да? Меч, ну, выглядит как будто какая-то зубочистка. Ладно, вторая волна. Здесь у нас Хан, Ванюша и Змея-Карай. Валунчика не хотите, ребята, а? Угощайтесь бесплатно. Ага, вот так вот. Карайка минус. И Ванюша тоже минус. Все, быстро и легко. Даже не напрягаясь. Ну что, двигаемся с тобой далее. Так, нам нужно будет сейчас сразиться в трех, потом в 10 боях. Соответственно, мы с тобой будем что делать? Возьмем награду, это во-первых. Идем сразу в список. Открываем нашу карайку, где она у нас, вот. Навыки. И вот мы с тобой хотели прокачать. Так, нам не хватает всего лишь 8 ящиков с инструментами. Давай попробуем, наверное, вот здесь вот пофармить. Один ящик нашли. Так, второй. Третий, очень неплохо, кстати. Так, вот, наверное, здесь выгоднее. Понятно, мутаген. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой и последний, давай, ящик нам. Восьмой, вот так вот. Вот так вот надо делать, друзья мои. Прокачиваем покров тьмы до второй ступени. Так, это у нас карай сражается вместе с союзниками. В начале хода есть вероятность 15% улучшить уклонение союзников на 20% в течение двух ходов. То есть это пассивочка такая, да? В плане? Чего? Блин, а у меня и мутагена нету. Вот, доигрались. Окей. Так, а, нам нужно еще один бой. Все, я понял. Так, карайка, ты где у меня? Давай-ка мы, наверное... Ага, тут мы не сможем посмотреть, что нам надо. Ну давай тогда здесь глянем. Так, нам нужны котики. Ну давай попробуем. Фигушки там. Никаких котиков нам не дают. Да не очень-то и хотелось. Главное, чтобы награду забрать. Так, открыть колоду. Колоду, ребята, это нам нужно идти в магазин. А здесь мы с тобой открываем колоду. Паук, что ли, или хан? Хан. Забираем. Так, поднять уровень персонажа. Опять же, не хватает, ребята, мутагена. Ни на прокачку скилла, ни на подъем моего персонажа по уровню. Остается только одно. Это идти на турнирку плюс испытания. А начнем, наверное, сегодня с классической бойни, друзья мои. Потому что, ну, тут Бибоп, Рокстеди, да. И, как мы знаем, Шреддер вместе с Крэнгом. Но сначала все-таки арена. Поехали. Лига самураев 3 звезды. Кто бы сомневался, а? Я вот нисколечко не сомневался, ребята. И берем с вами Данилку. Ох, подожди, подожди, подожди. Я уже хотел сейчас идти в... А хотя почему бы и нет, ребят? Почему бы и нет? У нас с тобой кто отменял буст во вторник? Никто. Ясен перец. Мы с тобой сейчас будем всех валить. Опять же, ребята, с помощью откатов будем с тобой брать Армагошу и, естественно, всех тут разносить. Тем самым отыгрывать своих слабых бойцов. Причем всех. Правда, мы с тобой сейчас очень быстренько доберемся до такого момента, где будут противники уже не 50 уровня, а 65, 68, 70. Там же придется нам брать вспомогаловку. Но главная цель сегодня — вернуться хотя бы на наше прежнее место. Были мы с тобой в лиге... В лиге Сюгунов 3 звезды, насколько я помню. Так, давай попробуем здесь выбить 14-19. Или, во, 15-19. Амато. Окей, у нас с тобой 20 откатов. Слушай, я думаю, что нам хватит, да? Отыграть. Главное, следите, ребята, за уровнем наших врагов. Потому что в тот раз я также сфейлился. Взял на равных, и ты видел, что там получилось. Нас просто раскатали. Сейчас будем этот процесс с тобой контролировать. Главное, знаешь, не заговориться и, как говорится, не отвлечься. И тогда все будет тип-топ. Так, ну что же. Двигаемся с тобой дальше. 13-я уже позиция у нас. Так, давайте ко мне опять же. Вот, 15-19. Это уже Максим.
Это уже Максим у нас. Раз, два, три, четыре. Да, Бибопа и Рокстеди нужно нам прокачивать обязательно. Потому что они у нас уже давно имеются, да. Но вот именно по прокачке они отстают очень сильно. Особенно вот этот Бибоп. И также Рокстеди. Это именно классические, я имею в виду. Остальные там еще как-то более-менее. Кстати, ты же еще не забудь, что у нас мутагена не хватает для того, чтобы прокачать Рокстеди на золотой... Даже не на золотой ранг, а, по-моему, на пятую золотую звезду, если не ошибаюсь. Ну-ка, подожди-ка, сейчас гляну. Да, на пятую золотую звезду. А нужно нам сколько? 10 тысяч мутагена. Блин. Будем надеяться, что сегодня на арене мы все-таки получим нужное нам количество. Ну, это тяжело. Там 10 тысяч мутагена. На поднятие персонажа нужно нам, да, мутаген с тобой. И еще, ко всему прочему, на скилл для карайки. Что-то слишком дофига нам нужно мутагена сегодня набить. Это нам нужно с тобой 100% пройти полностью вот эту вот арену. Это потратить всех, естественно, моих бойцов. Как можно выше подняться. Только потом мы с тобой сможем что-то сделать. И плюс еще сегодня будет испытание. То есть такая насыщенная серия должна быть у нас. Так, я, ребят, тут даже не заморачиваюсь. Я больше чем уверен, что Армагон, конечно же, будет справляться со всеми на изи. Вплоть до 70 уровня противников. А пока они до 70 дойдут, мы уже, наверное, с тобой будем чуть ли не в мастерах, скорее всего. Хотя тут, сам понимаешь, еще откаты, не забывай, у нас заканчиваются. Каждый раз, пока мы тратим по одному, то есть можем себе позволить, да, вольготно здесь разгуливать. Но как только будет противник уже более-менее сильный, нам придется тратить два отката. Это, соответственно, будет урезаться у нас. И шансы будут уже, как говорится, меньше. Ну и, соответственно, враг будет тяжелее. Единственное, что я, опять же, не посмотрел рекламу. И 10 откатов у меня как бы еще хранится за просмотр рекламы. Это тоже не стоит забывать. Поэтому как бы надо держать это в уме. Так, мы с тобой переходим на 42-ю позицию. Грубо говоря, еще два боя нам нужно сделать. А дадите мне там, например, вот, 15-20, отлично. Я уже начал возмущаться. Что-то мы с тобой, говорю, засели уже на 15-19. Пора бы как бы немножко планочку-то повышать, и они мне повысили. Окей. Ну что, Ромагуша, давай не спать, как говорится. Бомби их. Прекрасно, все, они рухнули. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. И Шреддер нам тоже нужен классический. Нам тоже его нужно прокачать. У нас из классических только лишь прокачаны черепашки неплохо. А вот остальные антигерои, это, конечно, ребята, жесть какая-то. Так, давай, не ломайся. 15-20 и все, вот. Прекрасно, 15-20. У нас пока еще до сих пор 40-е уровни, да? Полтинники будут на следующий поединок. Полтинники. А враг? Ну, враг мы посмотрим, насколько, ребята, подрастет. Там, наверное, уже будет ближе к 60 уровню. А может быть, даже уже 60 с лишним. Так, ну, здесь 56 уровень для Армагона. Естественно, на один зубок он просто бросает валуны, и они осыпаются. Здесь никаких проблем вообще нету. Просто шутя проходим. Так, и мы с тобой в Лигу Сёгунов 2 звезды врываемся. Соответственно, враг уже будет по уровню посерьезней. Хотя нет, смотри-ка, 55, 53, 54. Интересно. Ладно, я нисколечко не против, ребята. Естественно, мне нужно отыграть свои полтинники. Причем все, и дойти до 60-х уровней. Ну что, погнали. С валуна сразу начинаем. Ну, ребят, другого пока варианта нету. Какого-нибудь, как сказать, разнообразия именно вот по геймплею я не могу придумать на арене. Только лишь так, ребят. Это все делается, опять же, вам повторяю, для чего? Чтобы как можно быстрее добраться нам до максимальной лиги. Естественно, лучше добраться в топчик, да, и там уже можно будет спокойно сидеть. Все это делается для того, чтобы награда была. Награда — платиновые осколки. Это наша основа. Больше нам пока ничего не надо. Как только, естественно, все персонажи прокачаются, как тебе сказать, в платиновый ранг. Ну я не знаю, когда это будет, ребят. В платиновый ранг всех персонажей. Это, конечно, будет что-то с чем-то. Это очень долго. Очень, ребята, долго будет. Потому что, ладно, когда у тебя будут, представляешь, все персонажи, и остаются там 2 или 3 очень-очень редких героя, которых тебе придется просто как-то
выискивать, вынюхивать, я не знаю, каким-то макаром их получать и еще при этом прокачивать. Это можно взять за пример, например, Кренга, да? Ну, на Кренга, слава богу, есть какие-то события, испытания. А, вот, например, кролики, да, они прокачиваются только за жетоны, которые мы получаем в игре и тратим их в магазине. То есть только там можем купить с тобой эти несчастные 3 ДНК. Ты представляешь, сколько нужно, блин, и чего сделать, чтобы их получить? А нужно там их немало. По-моему, 70 жетонов. Я могу, конечно, сейчас ошибиться, но это очень-очень дорого. И причем всего лишь 3 ДНК. 3. А ты представляешь, когда на последнюю попытку, на последнюю прокачку нужно 100 ДНК. Это же трындец, как много. И это только я тебе про одного героя говорю, а их там еще у меня целая куча. Ну ты сам видишь, да, если брать по возвышению, наверху это самые простецкие герои, которых мы прокачали, а внизу это самые сложные герои, которых нужно будет еще прокачать. Так что, ребята, мы, кстати, с вами сейчас уже в лигу Сёгунов 3 звезды попадем. То есть, грубо говоря, мы с тобой достигли того самого момента, на котором, в принципе, закончили понедельный буст, да? То есть мы с тобой дошли до лиги Сёгунов 3 звезды, там, по-моему, 95-я позиция была. И сейчас мы, как говорится, в нее вернемся. Но на этот раз у нас еще есть персонажи, у нас еще есть откаты, поэтому до лиги мастеров, в принципе, большая вероятность, что мы попадем. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас там получается. Итак, да, ребята, лига Сёгунов 3 звезды, 91-я позиция. Практически как и было в понедельник, да? У нас с тобой, конечно, откаты вот очень быстро тратятся, но есть небольшая надежда, что мы сейчас успеем с тобой добраться до наших топовых персонажей, и нам не придется уже тратить откаты, будем уже своими силами проходить. Так, ну что, валун. Кстати, ребят, уже 60-й уровень, ты заметил? 60-й уровень противников. Ты видел, что у Армагона опять, ребята, это, как вы сказали, Шреддер, да? У него пассивка на отражение урона. Он сейчас валуном бомбанул, и у него половина хп осталась. Мне кажется, когда-нибудь наступит тот момент, когда мы звезданем с тобой. Так, ну что, ребята, 72-я позиция у нас. Как всегда, меня отвлекают звонками всякими. Так, ну что, Максим, Саеб какой-то и Джозу. Возьмем лучше Максима, да? Он нам ближе, как говорится. Раз, два, три, четыре. Окей, погнали. Кстати, я не посмотрел, какой уровень там, 60... Наверное, 62-й или какой. Ага, 60-61. Ну, это для нас пока еще, ребята, семечки. Армагон, как ты видишь, справляется просто на изи. Тем самым выручая вообще наших вот ребят, которые здесь стоят. Они бы в любом случае здесь упали, поверь мне. Они бы не выстояли. Я хочу попасть в Лигу Мастеров. Хотя бы пускай будет одна звезда. Лучше, конечно, 2 звезды. Но этого пока мне не светит. О, Наталья. Что-то как-то у нас очень редко выпадают девчата, да, в игре. Хотя я больше чем уверен, что это не Наталья играет. Это наверняка какой-нибудь, может быть, сын ее, да, просто под ее аккаунтом, так скажем. Ну, кстати, хотя бы правильно делает, что он зарегистрировался на фейсе. Это его защищает от потери аккаунта, ребята. Вот многие пишут мне там: Рэй, я потерял свой аккаунт, я там удалил игру или переустановил на другой мобильный, и все мои эти данные пролетели. Ребят, я вам еще раз говорю, чтобы не потерять свои данные, делайте регистрацию в Google Play через Facebook. Ну, естественно, у тебя на фейсе должен быть аккаунт. Только в этом случае ты сможешь вернуть свой аккаунт. Других вариантов пока нет. Даже если ты в Google Play зарегистрируешься без Facebook, есть вероятность потерять свой аккаунт, ребята. Так что, как бы, берите это на заметку, чтобы не было вот этих вот, действительно, ваших трудов напрасно. Ты потратишь там, например, месяц, да, играя в нее. Потом вдруг у тебя что-то там случится. Даже элементарно какая-нибудь игровая ошибка, да, из-за которой твой аккаунт слетит. И все, и ты его не восстановишь. Вот так вот, ребята. А через Facebook он прикрепляется, твой аккаунт, к Facebook. И, соответственно, когда ты заходишь в игру, опять же, когда ты заходишь в игру, ты начинаешь с самого начала, когда этот черепашка-ниндзя бежит, да, до карайки, проходишь вот эту вот первую главу, и уже после того, как ты ее пройдешь, сможешь вернуть свой прогресс, потому что у тебя будет возможность восстановить данные. Вот так вот.
Так, ладно, у нас с тобой 18-я позиция, и сейчас мы с тобой уже, судя по всему, заберемся в Лигу Мастеров. Я этого очень хочу так... А хотя можно было бы и оставить, в принципе, майки. Так, ну, ребята, все, у нас уже пошли наши имбовые персонажи. Соответственно, можно Армагона, как говорится, отпустить. Точнее, его не вызывать обратно. Мы уже справимся, там у нас и Леонардо есть, там у нас и Усаги. В общем, этих ребят хватит, чтобы мы тут с тобой справились. Давай, тыдыч, вот и все. И, по-моему, мы с тобой вот сейчас, именно после этого боя, поднимаемся в Лигу Мастеров. Должно быть так. Ну, да, ребята. Лига Мастеров, одна звезда, 95-я позиция. Давай попробуем чуть-чуть как-нибудь... Так, Артем, чуть-чуть бустануть буквально, чтобы нам попасть именно... Хотя не получится. До Лиги Мастеров 2 звезды слишком много, ребята. Нужно боев провести, как минимум 5. А у меня там всего лишь, по-моему, на 2 поединка осталось, да, персонажей. Так, прекрасно. И давай вертушку теперь сделаем. Все. Ушатали. Блин, какой он здоровый здесь этот Супер Шреддер. Просто перекачанный чувак. У него же там вены торчат. Я видел, да, весь такой фиолетовый. Так, ну что, я думаю, где-то 70-е, да? А, 78-е даже. Ну вот я тебе об этом говорил, что очень тяжело будет здесь подниматься именно по рангу. Берем Рафаэля, Усаги и вот этих ребят. Блин. Получается, что Бакстер Стокман с Майки отдыхают. Ну, ребят, я уж пойду на уступки. Сделаю 3 отката. Для того, чтобы сделать полный состав нашей команды. Естественно, это все на кубке. Это ни на что больше не влияет, ребят. Я могу пройти и теми бойцами, но тогда мы получим маловато кубков. Так, хопа. Здесь нам нужно попробовать вот так вот сделать, наверное. Так, и давай пулеметную дробь. Все. Самое удивительное, ты заметил, когда Ванька достает вот этот вот миниган, где он его держал до этого, согласись? За пазухой, что ли, ё-моё? Из ниоткуда просто достал, и все, ребят. Так, 60-я позиция. Ну что, 50-я у нас будет. Это максималка, что мы себе можем позволить. Давай я, наверное, сделаю вот так вот. И Крэнга возьму и Майки. Вот так, это у нас последний бой с тобой на арене. И пойдем уже на испытание. Ну что, давай, Армагоша. А, Майки, конечно же, Майки. Армагоша вот сейчас будет. И дошли мы, кстати, с тобой до противников 68 уровня. И как видишь, Армагон по-прежнему их всех раскидывает на изи. Прекрасно. Так, ну что, ребята, я еще хотел сказать, кстати, на втором канале. Мы же вот на этом, на первом нашем играем с тобой в голодных акул, да? Голодных драконов. Так вот, на втором канале начал снимать игру про акулу-людоеда. Она мне очень сильно напомнила вот этих вот андроидовских голодных акул. Ну, только, соответственно, там и графика получше, и там сюжет покруче. Ну что, все, мы с тобой с лигой завершили. Теперь мы пойдем с тобой в испытание. Классическая бойня. Начнем именно с нее. Кстати, погоди секунду, мы сколько с тобой мутагена набили? Давай-ка глянем. 23 тысячи, ребята, ну вот, прокачиваем с тобой. Ага, нашего Рокстеди. Ух ты. Ну ты и дубина. Рокстеди бросается в врагов в свою шипованную дубину. Вероятность 25% вызвать отложенный урон в течение одного хода. Отложенный урон, ну то есть это получается постепенный. А я, кстати, не видел вот этого удара, или видел, но не помню. Ладно, мы потом с тобой посмотрим, что же это за бросок дубины. Ну, а теперь... Так, сколько у нас еще? 13 тысяч. То есть нам хватит еще на карайку, да? Прокачать ей скилл. Так, отлично. Пассивочка. Так, нам нужно будет с тобой найти 4 кошки, 5 шляп с напитками, 4 катушки с пленкой и 10 знаков. Это только на следующую, как говорится, разряд. Так, ну что у нас... События, испытания, поехали. Здесь мы... О, нам тут еще довольно неплохие персонажи дали. Ну, не имбовых прям топ-топ, да? Но все-таки Леонардо здесь есть, ребята, и этого более чем достаточно.
Леонардо плюс Рафаэль, соточка у нас, да. Естественно, Сплинтер тут у нас долго не побегает. Где-то, наверное, на 6-м эпизоде или 7-м нам придется от него отказаться. И останется только вот наша имба, то есть черепашки. А я когда-то говорил, что Сплинтера надо докачать до соточки, да, чтобы вот эта вся команда была действительно прокачанной, потому что они из одного сериала все. И было бы солидно смотрелось бы, если бы они все были бы сотого уровня. Так, ну что, ребята, как ты понимаешь, первое испытание мы прошли на изи. Бибоп классический нам достается, и дальше мы идем с тобой за Рокстеди, тоже классический, который нам тоже нужен. На этих ребят нам нужно очень много ДНК, поэтому фармим, фармим, еще раз, ребят, фармим. Так, вторая волна. Тут даже и заморачиваться не стоит, потому что, ну, сам понимаешь, они 20 уровня, а мы тут, извини меня, самый минимальный — это 71. На 50 левлов мы превышаем противника, и это будет также и в третьем эпизоде, и в четвертом, и в пятом, и в шестом, наверное, да? А там уже придется от Сплинтера отказываться. Не потому что я не хочу его брать в команду, а для того, чтобы он просто там не погиб, и мы с тобой могли пройти на 3 звезды все. Так, ну что, Рокстеди нам достался. Теперь пошли классические черепашки. Это, то есть, Леонардо, Донателло и все остальные. Так, ну что, врубаем. Погнали. Минус консервная банка. Вторая минус. Третья. Пока тут по 3 волны у нас везде идет. Вообще, на изи разбираются они. Почему, вот интересно, у клан футовцев вот такие вот мечи, ты заметил? Вот, не катаны, ребята, а именно мечи. Эти мечи, если не ошибаюсь, они вообще восточные, на самом-то деле. Не помню, как он там называется. Ну, явно это не какая-то там катаночка, да? Так, ну что, дальше у нас идет ДНК на Леонардо. И здесь у нас, давай-ка посмотрим. Ну, тут понятно, по стандарту. Подожди, а почему здесь две волны всего? Чё-то я не понял. Тут босс, наверное, будет, да? Да-да-да, скорее всего, здесь будет босс, поэтому две волны. Так, Майк решил станцевать, ну, в принципе, правильно. Уклонение повести, это тоже нужно. Все. А, ну конечно же, это же Шреддер, который на крыше, елки-палки, поэтому и две волны. Захватил шестой канал, да? Транслировал свои новости, типа он же там вещал, что типа захватит город. Причем в одной из частей, да, он, ребята, просто Манхэттен вырвал, да, и утащил. А в другой части он просто свистнул статую свободы. Я как бы считаю, что статуя свободы — это мелочи по сравнению, из-за меня, с полным городом, с этим, с Манхэттеном, да? Когда он вырывает его. Только зачем он ему понадобился, я тоже ума не приложу. Так, ладно, давай с тобой здесь бомбанем. Так, маузеры. Слабачки, ну тут уже, как видишь, 4 волны. Так, слушай, ну я вижу, что Сплинтер потихонечку начинает сдавать позиции, потому что у него 70 уровень, да, а враги, как ты видишь, полтинчики. Боссики даже уже 51-55 уровня. Ну-ка. Молодец, красавчик, хвалю, Сплинтер. Так, здесь у нас что? Здесь у нас Рокстеди. И самое удивительное, да, что в некоторых сериалах, ребята, Рокстеди с винтовкой. А, например, на Сеге, я помню, да, у него почему-то был гарпун. Да, он бегал с гарпуном. А тут вообще, ты видел, сейчас он крутился, у него сзади почему-то был тесак. Да-да-да, именно тесак у него там сзади за спиной. Я думал, что это у него винтовка находится, ничего подобного. Вон, там у него меч, оказывается, был. Странно. Я, честно говоря, не видел, чтобы Рокстеди хоть раз бегал с мечом. Интересно. Ладно, ребята, мы с вами здесь прошли, и у нас остается совсем-совсем маленько. А так, это был Рафаэль. Так, остаются Майки, Шреддер, ну и Крэнк. Поехали. Тут тоже вот такая интересная дилемма будет сейчас, да? Либо мы с тобой пытаемся фармить Крэнга, либо мы пытаемся с тобой получить
классического бибопчика вместе с Рокстеди. Там тоже будет такая вероятность, но опять же с примесью. С примесью того, что нам не нужно. Так что мы с тобой обязательно сейчас это дело посмотрим, когда пройдем Кренга. Я думаю, что все-таки будем, наверное, фармить Кренга. Там больше вероятности получить классику. Там же вроде бы и будет и Бибоп, и Рокстеди. Там же будет и Шреддер классический, насколько я помню. И, конечно же, Крэнг. Так, и не забывай, что у нас в пятницу будет Технодром, где, естественно, будет прямая, как говорится, прямая возможность нафармить себе именно ДНК на Крэнга. Смотрите, что делать, а? Ну, правильно, он уже здесь 65 уровня. Так что, ребята, надо быть на стрёме. И, кстати, надо, наверное, включить ручной режим, потому что они могут сплинтера просто уничтожить мне. Давай сделаем вот так вот уклоняшку. И в следующий поединок мы уже с тобой не берем сплинтера. Так, поехали. Минус Рокстеди. И минус Бибоп. Так, и последняя заключительная волна. Тут у нас вот она. Шреддер во главе своих анимутантов, да? Анимал-мутанты. Я одному не понимаю, нафига он на них в свое время вот пролил этот мутаген, чтобы сделать из них именно вот этих вот животных. Они как были болванами, когда они были людьми, так они болванами и остались. Ну, единственное, что, конечно, они стали сильнее и мощнее. Да, с этим не поспоришь. Так, ну что, ребята, идем на Шреддера. Убираем отсюда уже сплинтера. Кстати, здесь нам уже Крэнг будет, да, противник? Здесь у нас будет Крэнг, окей. Так, ну-ка давай добьем. Шикарненько. Так, он начинает горлопанить. Ну-ка, молодец, Рафаэль. Переходим на вторую волну, здесь их 5. Сюрики. Ага, не добили. Ну, правильно, ребят, 70 уровень, все-таки ему сложновато их пробить. А разница всего в 10 уровней. Я вот все сейчас думал про эту саблю. Ребят, эта сабля, знаете, как в этом, в Аладдине. Помнишь, там стража именно такие сабли имела, да? Так, ну-ка давай сюда бомбанем. А так, дальше. Неплохо, да? Пушка такая, которая стреляет по всем врагам сразу. Обалденно. Так, и здесь у нас уже вот. А Крэнг, получается, один, что ли, будет у нас в конце? Сделаем с тобой защиту. Так, наверное, нам надо будет с тобой массовую атаку сделать, или как? Не, лучше мы сделаем с тобой ярость Рафа. Вот так вот. И теперь, ну-ка, чтобы он не бафал. Отлично, минус Шреддер. Так, этот на себя что, иммунку вешает? Так точно, иммунитет повесил. Откуда у него столько пушек-то с собой? Объясни мне, пожалуйста, на милость, а? Сидит там еще, выбирает. Хотя вот когда он сейчас бежал атаковать, ребята, атаковал он именно своим рогом, да? Но в руках он держал именно меч. Зачем тогда ему меч, если он атакует нас своим рогом? Непонятно. Готов. Ну и что? И остается Крэнг. Он здесь один, что ли, будет? Ну да, он сейчас будет в своей этой штуке, которая заряжает его костюм. Так, довольный. Сразу мне почему-то вспоминается смятение из другого измерения. Ну что, поехали. Тут мы его сейчас быстро с тобой уничтожим. Пумс. Так, здесь, наверное, мы сделаем с тобой апперкотик с постепенкой, да? А, да, именно так. Оу. Ну и что, что? Ну, ах ты, ракета, ракета. Бумс. И в ответку, Рафаэль. На, готов. И остается у нас с тобой последний поединок. Самый-самый последний. По-моему, именно на нем будет Крэнг уже со всей своей шайкой-лейкой, да? Вот этой, с собратьями. Так, классический Шреддер получен. И вот сюда. Хотя, ребят, нет. Здесь, как мы... Подожди-ка. Что-то я не вижу, чтоб... А, вот, да-да-да, он будет со всеми здесь. То есть тут и Крэнг, тут и Шреддер.
Тут и Бибоп, и Рокстеди, в общем, все злейшие вот эти вот противники. Так, ладно. Давай ответку ему. Так, консервные банки. Надо с ними сейчас тоже будет разобраться. Вертушку, я думаю, нет смысла здесь тратить, да, на первых. Причем деремся где-то в квартирах, тут телевизор, смотри-ка, стоит. Комнаты, народу нет. И главное, как-то квартира сделана так интересно, да, проходящая просто на улицу. Вот чем дольше играешь, тем начинаешь больше, как говорится, присматриваться к окружающей, ну, территории. С какого перепуга мы забежали в квартиру, ни окна, ничего, просто перепрыгнули и все. Интересно. Так, ладно, сейчас мы... Ой, хотел сюрики сделать, ну ладно, фиг с ним. Давай этого с тобой бомбанем. И последний у нас тут охламон. Прыгает красный, краснозадый. Майки, давай его уничтожать. Замечательно. Так, третья волна. Тут уже типа парковка идет сразу же. Интересно. Парковка, а там опять, смотри-ка, здание. Что они понаделали здесь, непонятно, ребят. Так, в минус. Давай сюда теперь. Минус еще один клан футовиц. Отлично. Видишь, да, парковка, хобана. Где-то аж фиг знает на каком этаже. Где-то на небоскребе, слишком высоко находится. Никакой логики абсолютно нет, ребята. И искать здесь ее вообще не стоит. Так, они ускорились, я смотрю, да? Ну, мы с тобой, наверное, поставим щиты. Угу, не попал. Рафаэль, ответка. А, у них броня уже настаклась здесь. Вот оно что. Так, ну хорошо, мы сейчас броню-то с тобой сбиваем потихонечку. Так. Этому тоже собьем. Отлично, теперь они будут, ребята, нашими. Так, минус один. Рафаэль, давай. Минус два. Так, ну Майки молчит, естественно. Что он тут сделает? Мы с тобой, наверное, поставим уклоняшечку. Это уже, как говорится, мы подготавливаемся к последнему поединку на пятой волне. Так, давай сюда. И последняя консервная банка. Сейчас мы ее распишем. Хотя Майки нет, ребят. Майки не распишет. Вот Лео. Даже Лео не справился. Тогда Рафаэль. Ну и вот она, последняя битва. Да, вот они все. Вот этого ханурика только убрать отсюда. Как-то он не смотрится здесь, да? Лучше бы сюда поставили бы Бакстера Муху. На тебе. Так, вертушка. Прикольно. Так, а этот еще живет у нас. О-о-о. Излюбленная, я смотрю, его на вот эта тема, да? Набросать боеголовки эти в нас. Так, этот вешает на себя, естественно, иммуночку. Сразу же, как же он без нее. Так, ну и мы, наверное, с тобой минус Рокстеди. Минус Крэнк. Ну и минус... Нет, Донни не сможет пробить его. И Майки, по-моему, тоже. Двойная атака сможет. А нет, смотри-ка, не получилось. Лево, ребята, его ушатал. Ну вот и все. Теперь нам надо посмотреть, сколько у нас с тобой там остается сыра. И сможем ли мы сейчас что-нибудь профармить. Давай, Крэнк, вот это замечательно, что ДНК нам выпало. Давай смотреть. Так, ребята, здесь добыча у нас идет. Крэнк, Шреддер и черепашки, которые мне не нужны. Здесь только Шреддер. Вот здесь, мы можем выловить как раз этого Бибопа. Так, смотрим. Это у нас Бибоп классический, да? Если не ошибаюсь, он у нас... Ага, отстает все-таки Бибоп-кролик. А где же у нас классический Бибоп вместе с... Вот Рокстеди классический, как ты видишь, у него 38 ДНК. И он в серебряном ранге. Трэш какой-то. Шреддер имеет 67 ДНК из 80. Так, ну я... Я опять, наверное, пропустил, да? Где у нас... Где у нас классический Рокстеди? А, вот, Рокстеди классический. Все. То есть нам нужно и того, и того, и... Что делать? Шреддера будем ловить все-таки, вытаскивать здесь. Ой, Шреддера, Крэнга, давай попробуем. У нас с тобой две попытки. Оу, шикарно, ребята. Сразу же, просто сразу же я его выловил.
Так, конечно, хотелось бы получить еще Шреддера, но... Но мы можем с тобой попытать здесь счастье. Вот, вот здесь даже... Вот здесь даже лучше, ребята. Поехали. Так, комикс-чувак. Маяк. Осколки. Я так и понял, ребят. Фигушки ты там что получишь. Но, тем не менее. Все у нас, ребята, хорошо получилось. Неплохо мы сегодня бустанули. Я считаю, да, мы все-таки уже в Лиге Мастеров. 41-я позиция. Завтра продолжим. Продолжим с тобой. А я пойду, наверное, сейчас за кадром набивать, ребята, вот эти вот откаты. 10 штук. Кстати, поднять уровень персонажа. Ё-моё. Сколько? 11 тысяч всего лишь, да, мутагена? Ну, тогда придется на кого-то... Не Ваньку поднимать тогда, а Леонардо. Вот так вот. Давай, вот, 40 уровень ему прокачаем. Тут можно боевое знамя прокачать. Стоит? Я думаю, стоит. Вот так вот. Лео втыкает в землю знамя, воодушевляя союзников. Вероятность 100% увеличить скорость на 25% в течение 2 ходов. Фига себе, ребята, сразу 100% вероятность. И у 25% союзников появляется броня. Оу. Найс. Так, забираем награды. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.